Тыкс. На чем будет летать у меня дракон? Вот это, на вот этом, наверное. У меня же дракона я тогда так и не купил. На чем может летать дракон, ребят? Как думаете? Меня поднимал. А, у меня же есть это. Нет, где он? Вот он. Вот на чем он будет летать. Поехали, посмотрим новую локу. Отметим танцем его гранату. А ему крыша или что? Не могу понять, это крыша или... Или где? Давай попробуем сюда выйти. Ой-ой, пролах какой. О, самолет стоит. Очень такая необычная лока, откровенно, прям. Прям необычная. Какой-то нубас зря, блин, спрыгнул. Только хелы сейчас потрачу на него. Нахрен я спрыгнул. Ладно, давайте постреляемся. Лол, я сейчас умру. Сейчас чуть не умер, ребят, от нубаса какого-то. Но я практически умер. Это был отвратительный мув от меня. Нахрен я это сделал? За малым не умер. А чё это так светится, я не понял. А чё это такое, ребят? Хрена себе ты светишься. Я в зоне. Вон он. Увидел, сука.
Надо помочь ребятам. Явно без меня не справятся. Понять бы, кому помогать. Вон. Одному чуть помогли. Сколько человек? 12 человек еще. Помогли пацану. Нет, 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 нет. Сейчас я пипец рискую, но оно того стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чё ж так больно-то было? Зоной все отлично. Я вот не помню, у меня медицина оставалась в тех локациях. Потому что я все время на хайграунде был. Угу, вон пацаны, я понял. Не помню, медицина была, нет? По-моему, ничего не оставалось просто. Слушайте, а зона-то идет через гору. Как они будут смещаться? Ага, вот этот звук мне не нравится. А второй как будет смещаться? Понятно. Это многое объясняет. Понятно. В целом, ребят, все ясно.